Господи, как же я обожал тебя в Кембридже. Ты женат? Не совсем. Уверена, у тебя целый зоопарк поклонниц. То было время, когда менялись законы общества, и государства развязали мировую войну. Время, когда легкомысленная девушка отдалась своей страсти. Сколько любовников у тебя было? Не бойся. Я никогда не смотрю в прошлое. Ученый последовал зову своего сердца. Вы бросили Лондон ради города света? Похоже на то. Удивительная женщина свела их вместе. Она приехала сюда нищей. Она моя протеже. И я хочу, чтобы мы трое были друзьями. За нас. За нас. Вы очень счастливый мужчина. Живете с двумя красотками. Прошлое и будущее не имеет значения. Важно только настоящее. Наша страна вступила в войну с Германией. Войны были и всегда будут. Ты живешь в коконе и не думаешь о мире вокруг тебя. Я не позволю, чтобы ты ушел и тебя убили. Нужно подвести черту и остановить фашизм. Вынужденные выбирать между страстью и долгом, они выбрали и то, и другое. Мы не знаем будущего и рвемся к нему вслепую. Почему ты не хочешь уехать со мной? Я не люблю тебя, Франц. Один за другим уходят лучшие из нас. Но война кончится. Она любит тебя сильнее, чем может это признать. Когда-нибудь вы снова будете вместе. Шарлиз Терон, Пенелопа Круз, Стюарт Таунсен и Томас Кричман. В фильме «Голова в облаках». Режиссер Джон Дуйган.